Короче, на подходе зимы все бросились у нас заготавливать дрова. Еще пару лет тому назад про такое никто и не думал, потому как все топили газом. Есть, вернее, тот газ и сейчас у нас есть, но он дорогой, и все бросились топить дровами. Ну и вот уже то ли отвыкли от тех дров, и позабыли, как выглядит настоящий инструмент, то ли, в общем, не знаю что. Ну, короче говоря, берут люди, что попало. Вот, например, этот колун. Ну, он так довольно-таки неплохой. Утюг. Там вот черенок. О, куда набивать. Ну, в общем, ну так, более-менее достойный. Колун. Я против этого колуна ничего не имею. В общем, сделал я сюда топорище, вернее, не делал. Сделали его где-то на фабрике какой-то. Я только набил. А вот сейчас покажу колун, который не то что покупать, даже за даром брать нельзя, ну разве что заплатят. Вот смотрите, вот такой типа Хитмен. Ну, в принципе, красивый колун, да? Но только я не знаю, кто его делал, то ли американцы. Ну вот я здесь ручку сделал, это уже так, как сумел. Сделал, по-другому нельзя. Значит, такой колун не берите ни в коем случае. Потому что, вот смотрите, его самая большая проблема — отверстие, куда набивается ручка колуна, совсем узенькая. Это она еще раздалась, а так она очень маленькая. Вот смотрите, ну куда это годится? О, такой тоненький. О, сейчас для сравнения колуны положу. О, смотрите, вот этот колун — это совдеповский. И этот колун, какая толщина ручки. Вот как вы думаете, она долго проживет? Я думаю, доброму дядьку пару раз ударить, и она разлетится в дребезги. В общем, еще раз хочу предупредить, не берите, не покупайте именно вот такие колуны с маленьким отверстием для ручки. Вот видите, нужно брать, чтобы было отверстие очень, ну, такое, чем побольше. Так, в принципе, этот колун по форме, по весу, в принципе, хороший. Если бы было отверстие, то что надо, так он был даже вообще ничего. А так это сущее дерьмо. Вот еще раз говорю, если вы где-то увидите или вам кто-то будет набиваться с этим колуном, чтобы продать или, ну, разве что подарить, и то, я думаю, на халяву и такой не нужно брать, потому что это будет, ну, просто нервотрепка в последующем, когда начнут ломаться ручки. Говорю, ручка здесь, вот это я ручку сделал, но ручки этой жить, ну, день она поработает, может быть, а может и после второго удара разлетится к чертовой матери. Ну, мы ее делать ильячи, мне сказали, я сделал. А вам просто, друзья, советую, смотрите, обращайте внимание. Вот такие колуны, вот с таким отверстием, не берите. Это форменная ерунда. Всем спасибо, всем пока.